бензин и подвеска лежат на траве. Тестируем косы. Жарко. Вот такое вот русское хокку. Всем привет, я Николай. Мы вот продолжаем обзоры нашей новинки, линейки серии ВМ. У нас сейчас коса ВМ-33. В общем, а что я тут вообще про хокку говорил? Потому что у нас на этой косе стоит тоже японский двигатель. Ну что, это у нас новинка этого года. Вот, то есть коса чуть мощнее, то есть, да, чем у нас первая коса в линейке, то есть вторая коса в линейке. Объем двигателя 33 кубических сантиметра. Уже такая более серьезная коса, рассчитана на кошение более жесткой травы. Вот, больший объем, да, может осилить. Соответственно, вот по классике стоит японский двигатель, легкий старт. Алюминиевая опора двигателя. В алюминиевую опору двигателя в серии ВМ вставлен амортизатор. Такой замечательный алюминиевый крепеж рукоятки. В него тоже вставлен амортизатор. То есть ручка позволяет вам моментально изменить настройку, либо ее перевернуть для хранения. Как мы и говорили в нашем хокку, да, то есть запчасти лежат на траве. Вот, то есть вот такая вот замечательная подвеска у нас, да, двухлямочная, в комплект с этой косой входит. Вот, мягкие такие у нее лямки шикарные, то есть, да, будет лежать у вас на плечах, не натирать, почти весь груз переносится на спину, то есть такая удачная комплекция с функцией быстрого сброса косы, да, то есть можно быстро ее сбросить, если нужно. Вот. Раз. Так, бензин пока не буду показывать. Вот такой вот замечательный нож трехлучевой в комплекте идет. Соответственно, сама коса. Шпуля полуавтоматическая, хорошая, качественная, профессиональная. Так, ну и что, давайте ее заправим. Первый пуск. Бак у нас 0,8 литра. Вот, на баке стоит защита. Бак черного цвета. Так что, все по-взрослому. Опа. Серег, лови бутылку. Значок показывает, что не более 7 раз надо нажать, иначе перельем, да? Вот, карбюратор Вальбра. Раз, два, три, и пять, шесть, семь. Опа, заводим. Так, так, сейчас заслоночку. Пик. Все как надо, закрываем. И это 33 кубика. Почти не слышно. Травы немного, но она реально мощная. Она вот даже сейчас видели. Вот то, что не взяла 27-я, такую веточку тоненькую, там где-то сантиметр, это ее снесла нафиг. Поэтому как бы коса хорошая, мощная. Японский двигатель работает тихо, ветер гуляет в русском поле, жара стоит страшная, опять без обеда. Вот такие вот у нас русские хокки. Если вам понравилась коса ВМ-33, вы всегда ее можете купить у нас в дилерском центре в городе Химки, либо обратиться к нашим дилерам на всей территории страны, либо зайти к нам на сайт kaiman.ru, и вам привезут ее домой. С вами был Николай, пока. Ну, прям, мне нравится. Я бы еще покосил даже.